Наука, психология расположила 6 видов любви в 6 разных ячеек. Агапе – это любовь, ради которой один человек может пожертвовать собой ради другого. Сторге – любовь, привязанность, родственная любовь, любовь к родителям, к детям. Третий вид любви – филия, любовь, дружба. Этой разновидностью любят друзей, подруг, искренних людей. Мания – любовь до безумия, до сумасшествия. Не путать, кстати, с агапе. Мания не всегда здоровая и направлена не всегда к людям. Эрос – это любовь как половое влечение. Этот вид любви скоротечен. Ну и, наконец, шестой вид любви – прагма. Это брак по расчету, по типу стерпится-слюбится. Именно так любят Азербайджан те, кто любит. Теперь конкретнее. Я вот иногда думаю, предположим, азербайджанец, и не просто алиевский хамбал и жертва азербайджанского просвещения, а вполне такой образованный азербайджанец, отличающий зерна от плевел. Например, почему геноцид нищих армян, у которых нет ни нефти, ни газа, ни клока с паршивой овцы, признали почти все ведущие страны мира, в том числе Европарламент и 49 штатов из 50. А Ходжалы, если кто-то и признал, то считанное количество едва развивающихся стран или такие искусственные образования, как Пакистан. Ну, Турция, понятно. Почему геноцид армян признает Германия, Франция, Голландия, Канада и прочие, а геноцид Ходжалы признают Джибути, Гондурас, Центральноафриканская республика и так далее? Я, кстати, не знаю, признали ли они, это я так. Но факт в том, что если и признают, то неблагополучные страны. Ведь любому здравомыслящему человеку понятно, все сделано это за деньги. Даже те же памятники в Мексике или Сербии Алиеву за счет положенной плитки на тротуарах. Вот именно так, по закону прагмы, о котором я говорил, браку по расчету, любят Азербайджан сегодняшний. Даже на российском телевидении его любят тоже весьма сомнительные личности, среди которых сплошные антисемиты в виде Максима Шевченко и Анатолия Проханова, Дугина или лица, чьи конторы зиждятся на средства азербайджанские. Это Марков, Фридрихсон, Епифанцев, Коротченко и так далее. Перекрыть им эту подпитку, так и про азербайджанские мысли у них улетучатся. Вон тот же Коровин. Сначала приезжал в Карабах и ратовал за Азад Арцах, а теперь на позиции азербайджанских аскяров Мугамы исполняет о нерушимом Азербайджане. Нужны ли нам, армянам, такие друзья? Отнюдь. Пусть врагу они достаются, пусть прагма, любовь по расчету, происходит в стране Ильхам Ханум и Мехрибан Баба. Теперь по ЮНЕСКО. Если заглянуть в список нематериального наследия Азербайджана, то многое из того, что стоит под Азербайджаном, в кавычках, одновременно является и нематериальным достоянием Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и прочих. Например, тот же Новрус, или Плов, или Кёроглу и прочие. Азербайджан, будучи, как они говорят, кавказской страной, вобрал в себя и многое иранского, поделив их наследие пополам и еще больше среднеазиатского. Хотя с ними азербайджанцы не любят себя ассоциировать. Сделать их нематериальные наследия исключительно азербайджанскими было бы сложно, даже за деньги, так как пришлось бы биться со всеми этими странами одновременно. Армения – другое дело. Вот кучари приплюсовали себе. И главное, подписано, что это нематериальное наследие из Нахичевани. Только интересно, кто жил и где был Нахичеван в 11-12 века, когда еще тюрок-огузов в регионе не было. Или Талма в 2017 году стала азербайджанской.
Получается, до кочевников оседлые армяне или греки, или грузины не готовили толму. Тюрки их научили виноград выращивать. Да все просто. И вот почему. Если вы обратите внимание, то таким нематериальным наследием Азербайджан был наделен в промежутке с 2012 по 2017 годы. Это был золотой век азербайджанских наследий в виде танцев и еды. И эти годы приходятся на руководство ЮНЕСКО, генерального директора этой организации, болгарки Ирины Боковой. В 2017 году Ирину Бокову лишили должности генерального директора ЮНЕСКО. Международная комиссия ЮНЕСКО и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности обвинил Бокову и других европейских политиков в получении взятки от Азербайджана. Примечательно, что обвинение получил и супруг Ирины Боковой Калин Митреев с пометкой «За управленческие услуги», которому было перечислено 20 тысяч евро. Впоследствии в результате расследования оказалось, что Митреев получил 425 тысяч евро. Конечно, одними только деньгами, чтобы купить талму, кочари и кучу всего не тюркского, оно же не азербайджанского, не обошлось. Ирина Бокова и награды получала от азербайджанских властей и часто принимала участие в застольях клана Алиева-Пашаевском. Как тут не полюбить толму? Кому, как не болгарке, знать, что в регионе готовили ту же толму и до нашествия тюрок в регион, сам, в том числе самими болгарами. Но деньги толмой не пахнут и кочари не танцуют. И знаете, мне даже приятно, что руководство Азербайджана влюбляет в себя только если заплатить. Такая любовь не вечная. Так что все, кто застал Советский Союз, знают и помнят, Азербайджанская ССР как была самая коррумпированная республика в СССР, так и осталась. Только уже на постсоветском пространстве. Правда, однажды Азербайджанская ССР уступила ненадолго в этом месте Узбекской ССР в годы секретариата Рафика Нишанова. Азербайджану кажется, что это хорошо. Правда, так им кажется до тех пор, пока их самих не коснется и у них не окажется денег в кармане, чтобы, например, сделать чего-то и не дать взятку за это. И еще. Недавно в России, как и во многих других странах, праздновали День Победы в Великой Отечественной войне. В последние годы так повелось, что на парад стал выходить так называемый «бессмертный полк». Люди выходят с портретами умерших ветеранов войны, своих отцов, дедов или просто ветеранов. Я уж не буду говорить о том, что самый населенный народ Закавказья в два раза дал меньше героев Великой Отечественной, это азербайджанцы, естественно. А если учесть лезгин и талышей из этого списка, то получится еще меньше. Я не об этом, я о другом. Например, что некоторые умудрились в бессмертном полку надеть майки с изображением Фуада Аббасова. У каждого свои герои. У кого-то Нельсон Степанян и маршал Баграмян, а у кого-то Фуад Аббасов. Кстати, почивший, по-хорошему почивший, я имею в виду, которого буквально на днях депортировали из России, и он уехал в свой любимый далекий Азербайджан. Так вот, снова о любви. Например, любви мэра Твери к Азербайджану, или когда можно заплатить, поставить баннер с надписью «Тем, чем Азербайджан гордится», а потом написать в своей прессе, дескать, что в России установили огромный баннер с благодарностью Азербайджану за то, что он давал 85% горючего советской армии в годы войны Второй мировой. Этот баннер в Твери. С чего ради Тверь
проигнорировав все остальные народы СССР, разместила баннер Азербайджана еще и с уклоном на топливо. Почему тогда нет Узбекистана, который давал 90% хлопка, чтобы одеть советских солдат? Может, их поблагодарить градоначальника Твери за то, что советская армия не в трусах воевала? Да даже и трусы из того же Узбекистана. Во-вторых, как вообще можно благодарить сегодняшний Азербайджан за это, если он тоже был в 40-е годы Советской Республики? Неужели мог бы не дать? Впрочем, это уже другая тема. Не забывайте подписываться на канал «Антитопор». Увидимся через неделю.